Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Skoda Octavia A7 2016 года выпуска. Объем 1,4 литра турбо CZDA. Пробег двигателя составляет 45 тысяч миль. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим проверку герметичности цилиндров пневмотестером. Герметичность цилиндров в пределах допуска. Имеется видеообзор работающего двигателя. Работа двигателя. Так, уровень масла в норме. Эмульсии нету. Масло заливная горловина. На пробке эмульсии тоже нету. И жидкость в бачке чистая. Здесь все красиво, все блестит. Так, заводим двигатель. Под газов. Выхлоп тоже чистый. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркирует термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.